Сыктывкарский скрипач Дмитрий Федореев почти час играл под окнами ковидного отделения для пациентов и сотрудников «Красной зоны». Идея музыкальной терапии пришла руководителю образовательного проекта «Пиар-движение Коми» Эльвира Илатовской, которая лечится от коронавирусной инфекции. Она своими глазами увидела, как тяжело люди переносят ковид, насколько устали медики. И предложила Дмитрию Федорееву устроить для всех небольшой праздник «Музыка как кислород». Сам музыкант согласился, не раздумывая. Администрация больницы инициативу тоже одобрила. Дмитрий для исполнения выбрал позитивные композиции, известные всем зарубежные и русские каверы. Очень порадовало, что многие смогли выйти, посмотреть, и медсестры, и медработники тоже, и, да, в перерывах бегая, слушали, снимали, аплодировали. Лица, хоть и были, немножко было, приходилось вверх смотреть, но очень, да, все равно видно была реакция, и очень было приятно видеть, что настроение смог поднять все-таки, отвлечь немножко от этих проблем. Сам Дмитрий не болел ковидом, но инфекцию перенесли многие его знакомые. Музыкант переживает за тех, кто находится по ту сторону окон. К тому же, это его первый подобный благотворительный опыт, и, видимо, не последний.